был еще один момент, который я хочу зафиксировать. Это я вот начал читать опять Улисс, где сыновитый, жирный Блейк Маллиган начинает вот священные действия и бреет себя. И это такой, знаете, очень красиво снятый кадр, там у Джойса буквально написано, что вот он появился в проеме двери и блистали у него на блюдце вот этот нож и бритва. Вот это написано, вот как будто это снято замечательным оператором каким-то. Вот. И тогда я начал вот на манер вот этого быка Маллигана я изображал, как причащаю ребят вот этими печеньками с кешью, потому что все хотели поесть. А эти печеньки вот действительно еще хорошо заходили, между прочим, с этой пастой. Потому что они сладкие, а паста довольно кислая с этим томатным соусом. Вот, и я всем говорил, Траибо, Корпус Деи, или там Номини Санкти. Вот я проявил себя вот так. Но тут я вспомнил другую историю про печеньки, которая произошла в мультфильме «Кто поставил кролика Роджера?». История начинается с того, что кролик должен оберегать дитё. А дитё идёт, оно точно знает, что оно хочет печенек, оно не сомневается в своих желаниях, и оно движется по направлению, там прям буквально по этим, по тарелкам, и включает газ буквально следом за своей задницей. То есть ребенок вот этот, он абсолютно без неуязвим. А вот этот самый кролик, который, ну, спешит ему помочь, он считает, что его надо спасать, а он исполняет, между прочим, волю довольно злой женщины, которая ему сказала, что если этого не случится, то он отправится назад на свою какую-то там исследовательскую ферму или что-то в этом роде. Вот, поэтому он как бы испуган, и он получает там, ну, дикие какие-то испытания телесные. Вот, и вот я сравнил свою душу в этом месяце, марте, вот с этим кроликом, который, моя душа должна была быть как вот этот ребеночек, просто идти за печеньками. А я вот не шел за печеньками, я вот торопился, я думал, что мне нужно кого-то спасти, мне нужно чью-то чужую работу выполнить. Вот из-за этого происходили вот такие у меня истории, связанные с самонасилием, ультра насилие такое сейчас.